Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Этот ролик будет интересен для любителей кускового мыла. В общем, если вы таковым являетесь, то прошу вас оставаться со мной и приятного вам просмотра. Решила я закупить в свою коллекцию и на мыльные посылочки несколько видов мыло от марки Свобода. Давно я к ним приглядывалась, не пробовала раньше. Привлекли меня упаковки в первую очередь, если честно. В общем, давайте покажу, что же я приобрела. Давненько я засматриваюсь на натуральное мыло от марки Свобода с миндальным маслом и с маслом макадамии. Заказала в интернет-магазине Фортуна, как, впрочем, и все остальное из этой закупочки. И какое мое было удивление и немного разочарование, пришло мне в новом оформлении это мыло. Если честно, то предыдущая упаковочка мне нравилась больше. Надо будет, наверное, посмотреть. Может быть, где-то в магазинах она еще осталась. Что же касается непосредственно самого мыла. Данный кусочек с миндальным маслом обещает он нежное очищение. И в нем 100 грамм. Кусочек белого цвета. Ну, как бы не совсем белого, слегка желтоватого, с значком, со штампиком марки. И вот с обратной стороны такая симпатичная завитушка. Что касается аромата, конечно, специфический мыльный аромат, но нотки миндаля я все-таки чувствую и не могу назвать это аромат неприятным. В общем, этим мылом я осталась на первый взгляд довольна. Конечно, будет интересно потестировать его при использовании, потому что Свободы давненько не было у меня. Следующий кусочек, также натуральное мыло, только уже с маслом макадамии, мягкий уход. Здесь также 100 грамм. Брусочек абсолютно такой же. Аромат отличается. Вот у этого мыла он более насыщенный. Такой, знаете, травянистый. Я бы даже сказала, но в принципе не раздражающий. Будет интересно потестировать. Далее я обратила свое внимание на мыло Балет и даже несколько упаковочек приобрела. Здесь, наверное, также стандартный кусочек, да, 100 грамм. Сам кусочек абсолютно такой же, как и у предыдущих разновидностей. Что касается аромата. Знаете, такой приятный кремово-пудровый аромат. Могу сказать, что он мне даже понравился. Содержит косметический крем. И это мыло. Очень надеюсь, что оно не будет сушить ручки. В общем, с удовольствием будем тестировать. Дальше, то, что я приобрела. Вы знаете, увидела упаковку, не смогла сдержаться. Мыло детское. Дети 80-х, кто родился в 80-е, думаю, помнят, что вот такое мыло было, крем детский, вот с такими кошечками и собачками. Знаете, такая ностальгия. В общем, решила я подзакупиться этим мыльцем.
и на подарочки и себе. Сейчас я вам покажу, как выглядит кусочек. Ну, надо сказать, они все стандартные. А, нет, кстати. Вот этот немножечко отличается. У него уже более округлая форма. Другой штампик с другим дизайном. И, кстати, здесь нет штампика марки «Свобода». Что по аромату? Ну, знаете, такой практически нейтральный аромат. В нем чувствуются приятные травяные нотки. Здесь заявлено в составе экстракт зверобоя. Возможно, им как раз мыло и пахнет. Дальше. Еще я обратила свое внимание на серию мыл. Также они детские от марки «Свобода». Линеечка Disney называется «Король Лев». В общем, три разновидности было, я каждую взяла. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, сочная манго. Здесь 100 грамм. Я одну упаковочку вскрыла, сейчас вам покажу. Также немного отличается это мыло по своему оформлению. Здесь нет штампика марки «Свобода». Вот такая только забавная лапка. Очень я надеялась, что мыло будет разноцветным, но нет. Вот оно все такого нежно-бежевого кремового цвета. Что по аромату? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что это манго, но какие-то химозно-фруктовые нотки присутствуют в нем. Следующая разновидность, которая была представлена, это марокканский апельсин. Опережая события, скажу, что как по апельсинам я здесь тоже не услышала. Но аромат отличается от мангового кусочка. Ну, не могу сказать вам, который мне больше понравился. Все-таки довольно-таки химозные ароматы. Конечно, интересно, как они будут себя вести в воде. И последний, третий вид. Тропический микс. Конечно, здесь очень привлекательные упаковки. Надо отдать им должное. Ну вот, могу сказать, что вот тропический микс мне более всего понравился по аромату из всех трех. Он такой какой-то немного свеженький. Хотя, конечно, на большого любителя эти ароматы, если честно. Но в любом случае, мне кажется, если человек увлекается мылом, коллекционирует его, особо если он собирает упаковки, то получить такое мыльце в подарок, я думаю, будет интересно. Ну что ж, вот у меня такая была закупочка марки «Свободы». Я довольна, надеюсь, что и вам некоторое удовольствие этот ролик доставил. Спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале. Всем пока!